Что происходит? Что? Да, это точно Майнкрафт? Подождите. Подождите. Ну-ка. Да ладно, это что такое? Я нашел золото. Это просто что-то невероятное. Давайте посмотрим вместе с вами, как бы выглядел Майнкрафт, если бы он был... сверхреалистичным. Мне уже интересно, что будет сейчас с этим чуваком. У него руки как настоящие, но видно, что они мультяшка. Ёлки-матрёшки, это что? У вас что, дождь из мобов? Это мужицкий дождь. Аллилуйя, дождь из мужиков. Ладно, это, наверное, не самый реалистичный Майнкрафт. Я не думаю, что в реалистичном Майнкрафте был бы дождь из мобов. И что он сейчас делает с этим зомби? Давай, бей его! Офигеть! Это выглядит круто! Я бы в такой Майнкрафт сыграл. Ставь лайк, если тоже. Ну, кажется, он завалил абсолютно всех мобов. И тут житель. Здрасте, здрасте. И дает ему золотое яблоко. Класс, ведь инвентарь-то у него как настоящий. Все как настоящее. Реалистичный надзиратель. О, это будет интересно. Давайте-ка посмотрим, что значит реалистичный надзиратель. Кто это вообще такой? Такой. Кажется, я... Что? Что? Он, пока я говорил с вами, разлил... Он разлил самую реалистичную воду! Что происходит? Как? О, господи! Он мне сейчас сломает мозг. У него растворился котел. У него только что растворился котел. Представим, что я этого не видел. Ну-ка, и что сейчас будет из этой жижи? Воу! Оно все собралось в один блок и начинает трансформироваться в... Да ладно... Нет, я, кажется, понял. Я понял теперь, что значит надзиратель. Нифига себе. Да это же тот самый чел. Я думаю, вы знаете, как его зовут, напишите в комменты. А, нифига себе, как он ударил по земле. Жесть. Реалистичный кактус. Сейчас мы увидим самый реалистичный кактус в Майнкрафте. Давайте посмотрим. Он подходит, берет песок и ставит обычный кактус. Пока не слишком реалистично, но пойдет. Давайте посмотрим, что будет дальше. Не будем торопить события. Будем только торопить количество лайков. Ставьте лайк. Ну давай, что-нибудь уже делай с этим кактусом. Он говорит, не-не-не. Чё? Чё? Он говорит, не, тот кактус так себе. У меня есть получше. Вот он. Офигеть, да ладно, вы посмотрите, как он круто выглядит. Да он прям тютелька в тютельку, как настоящий. И все это в Майнкрафте выглядит прям во, вот так вот, очень классно. Так, и что он сейчас хочет с ним сделать? О-о-о! Мне как-то одновременно стало мерзко. И одновременно меня это в шок повергло. Вот серьезно. Я не ожидал увидеть такое. Реалистичный блок слизи. О, вот это будет прям интересно. Блок слизи, по идее, должен быть мягким, таким прыгучим. Так, ладно, давай показывай, что ты хочешь сделать. Блок слизи ставит поршень. Как-то он сейчас превратит его в реалистичный, да? Ну, давайте посмотрим. Так, ну пока что ничего не происходит. Он не стал реалистичным. Он говорит, мне это не нравится. Ничего себе, какой он прыгучий. Позвольте мне посмотреть на это еще раз. Да ладно, он имеет физику. Он прям двигается по всем законам физики. Только в Майнкрафте. От этого мой мозг скоро сломается. Окончательно. Блин, это так, куда он полетел там? Стой, у тебя слизь улетела, куда ты смотришь? Реалистичный раздатчик. Что может значить реалистичный раздатчик? Это мы сейчас с вами и выясним. Как он может быть реалистичным? Из него что, струя воды польется или что, или как? А, действительно, он положил туда воду. Мне стало еще больше интересно, как он будет работать. Ну-ка, давайте посмотрим. Давай, нажимай на рычаг. Класс! Реалистика! Ну, что-то как-то не очень реалистично. Наверное, сейчас он будет что-то делать другое. О, вот это уже, наверное... What? Из него реально полилась струя воды? Я что, Ванга? Господи, вы посмотрите, какая у этого всего физика. Она просто ударяется об блок и разливается вообще повсюду, во все стороны. Это просто офигеть. Еще и капельки воды падают. Правда, они потом в итоге исчезают. Но предположим, что они просто впитываются в землю. Хорошее предположение. Слишком реалистичный гравий. Не, ну раздатчик понятно. Слизь, понятно. А с гравием-то что будет? Давайте-ка глянем. Может быть, он это... Ого! Стоп! Секундочку, дайте я перемотаю. Серьезно? Серьезно? Он рассыпался! Потом он начал ходить, и под ним начал рассыпаться гравий. Чё?
Как? Как он это сделал? Это какой-то читер в Майнкрафте. Чуваки, я нашел читера в Майнкрафте. Так, ладно, смотрите, что он сейчас хочет сделать. Мои глаза! Они сейчас выпадут от того, насколько это приятно выглядит. Я сейчас серьезно, это реально приятно глазам. Еще и звук такой классный. Блин, мне это определенно нравится. Офигеть. Так, и сейчас он поставит гравий наверх. Давай. Ну не на себя только. Блин. Ладно, когда он поставил его на себя, выглядело это не так красиво. Но, в принципе, это просто выглядит волшебно. Трансформация медного голема. Какой еще нафиг медный голем? Подождите-ка. Я, может, что-то не знаю? Ну ладно, давайте посмотрим. Он берет тыкву, он берет медь. Я тебе не верю, чувак. А оно тебе все не надо. Ты и так можешь что-то сделать странное. Ну ладно, он ставит медь и ставит тыкву. Кто это вообще такое? Видели? Там чисто случайно сзади как-то голем появился. Или мне показалось? Ладно, перемотайте видос, посмотрите. Но что это выглядит? Как это? А у меня нет слов. Давайте просто посмотрим. Что сейчас будет? Что сейчас будет? Какой еще нафиг медный голем? Так. Чё? Это что за спунтик? Эй, подождите, если вы знаете, кто это такой, напишите в комментариях. Реалистичный арбуз. Через 2 секунды этот арбуз станет реалистичным. Он просто превратится, знаете во что? Вы это узнаете, подписавшись на мой новый канал, где и вышло продолжение этого ролика. Да-да, там вышло продолжение реалистичного Майнкрафта. Вот оно. Кликните на него, посмотрите обязательно и подпишитесь на мой новый канал. Ребята, очень вас прошу это сделать, прям искренне. Я не часто вас о чем-то прошу, поэтому подпишитесь прямо сейчас. Кнопка подписки вот здесь, ролик вот здесь. Приятного просмотра.